Сегодня 4 мая. Ровно 130 лет назад, 4 мая 1889 года, в Самару из Казани прибыла семья Ульяновых. Вместе с матерью Марией Александровной приехали ее взрослые дети, в том числе и Владимир, которого вскоре весь мир будет знать под именем Ленин. Семья будущего революционера поселилась в Алакаевке, сегодня это Кинельский район, а осенью того же года Ульяновы перебрались в губернскую столицу. В Самаре Владимир Ульянов-Ленин написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», а также внимательно изучал работы Маркса и Энгельса и собрал группу единомышленников. Поэтому несколько лет жизни будущего вождя мирового пролетариата в главном городе губернии по праву можно назвать началом его революционной деятельности. 4 мая свой профессиональный праздник «День пожарных» на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, которые защищают и спасают жизни. Четвертый день последнего весеннего месяца на свет появились советский композитор-песенник Марк Фраткин, британская актриса, обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн, советская актриса театра и кино, кинорежиссер Наталья Величко и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Проклов день. В ту пору на Руси наступал период игр и танцев. Девицы водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. Не забывали обращать внимание и на приметы. К примеру, по черемухе судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали. Это все, что мы успели вам рассказать про 4 день мая. Успехов в делах вам и хорошего настроения!